Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мылоопт. И сегодня хочу рассказать про квасы алюмокалиевые. Фасовка 100 грамм, поставщик Россия. Их температура плавления составляет 90 градусов Цельсия. Они хорошо оказывают дезодорирующее действие, поэтому их применяют дезодоранты, антиперспиранты. Они не глубоко действуют, поэтому поры не закупориваются и можно спокойно пользоваться таким дезодорантом. Они не закупоривают сальные железы. Также это прекрасный адсорбент. Он имеет антибактериальные свойства, поэтому может снять любое воспаление, зуд, покраснение. А также прекрасно очищающее действие он имеет. На основе этих квасов можно приготовить, например, средства после бритья. Если вы будете использовать крем для депиляции, тогда ваши ножки не будут красными, не будут раздражены, воспаленные. Сразу этот крем сможет убрать воспаление, и кожа будет снова красивая. Также его можно добавлять в средства для укладки волос, например, муссы или лак для волос. Также подходит хорошо для косметики для проблемной кожи. Хочу показать вам более детально, поближе. Вот такой пакетик, вот он у нас. Он хорошо закрывается, поэтому квасы не высыпятся. Вот такие вот они внутри. Такие маленькие, очень маленькие кристаллики. Такие рассыпчатые. Вот такие они красивые. Спасибо, что заглянули ко мне на мой канал. В прошлый раз я снимала обзор красителя жидкого Ультра Мультифрукт, поэтому ссылочку на это видео вы сможете посмотреть под данным видео. Не забывайте заглядывать ко мне еще, ставить пальчик вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!